Этот большой и красивый кубок в крепких руках капитана сборной Алнашского района Артема Антонова оказался заслуженно. Весь учебный год Артем и его товарищи по команде отчаянно сражались за победу в школьной волейбольной лиге Удмуртии, обыграли многих сильных соперников и завоевали заветный трофей. Школьная волейбольная лига дает нам упорство, старание добиваться целей, силы. Хотим чего-то достичь в этом волейболе, все время развиваться. Играть. Вручать кубки и медали в волейболе принято сразу после финала на спортивной площадке, но в этот раз героев соревнований пригласили на награждение в резиденцию главы региона, чтобы подчеркнуть важность и значимость турнира. В нем почти круглый год играют 900 подростков со всей республики и горожане, и селяне. В школьной волейбольной лиге 2018 были представлены 95 школ Удмуртии. Это рекорд. Лига была создана 15 лет назад энтузиастами для того, чтобы сразу после уроков дети шли в свой спортзал играть в волейбол. Сейчас ШВЛ – самый массовый спортивный проект для подростков в республике. Это альтернатива для подростков проведения спорта. Вот волейбол, как и другие игровые спорты, и вообще спорты, как и спорт в целом, это как раз таки вот та развилка, когда есть где заниматься, есть с кем заниматься, когда есть вот такая сетка соревнований, то, конечно же, у подростка есть вариант выбрать. Когда нет ничего, тогда мы получаем наркоманов, алкоголиков и так далее, и так далее. Поэтому для меня это вот важный социальный аспект. Вместе с медалями Александр Бричалов вручил сегодня юным волейболистам и важный подарок. В июле все победители школьной волейбольной лиги Удмуртии отправятся в Уфу на матч Лиги наций между мужскими сборными Бразилии и России. На самом деле эти соревнования являются очень важными соревнованиями для нашей команды. Мы очень благодарны Александру Владимировичу за такую возможность съездить всей удмуртской огромной командой на такие прекрасные игры. Это не просто наша завьяловская команда поедет, то есть а команда всей Удмуртии. Я думаю, что это будет просто здорово. И увидеть команду Бразилию и Россию, я думаю, это просто прекрасно. А потом была фотосессия на память, где активнее всех позировали победители школьной волейбольной лиги. Юноши и девушки из Воткинска, Алнаш, Завьялова и Ижевска. Дмитрий Вороновнин, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».